Анна тщательно готовилась к важному событию. В ее жизни должны были произойти долгожданные перемены. Молодец, ты сразу домой. Как в школе? Норм. Химичка похвалила, четверку поставила. Ну, это хорошо. Давай быстренько поешь и присоединяйся к уборке. Анна Субботина, 36 лет, инженер в НИИ, разведена. Сегодня вечером Саша с Игорем переезжают. Мама, с какого дуба они к нам переезжают? Юлия Субботина, 16 лет, ученица 11 класса, дочь Анны. Так, Юль, не начинай. Заявление в ЗАГС подано, Сашу перевели в твою школу. Все, вопрос закрыт. Мама, вот обязательно жениться? Ну спите вы со своим Игорем просто так, зачем обязательно переезжать? Во-первых, не хами. А во-вторых, я хочу настоящую семью, чтобы… Ладно, живите вместе. Только без меня. Юля! Юля, подожди! Юля! Юля! Я не знаю, что делать. Моя дочь против моего брака. А ей не нравится ваш жених или сам факт того, что вы собираетесь замуж? Да она ничего мне не объясняет. Юля! Юленька! Ну почему ты против? Ты боишься, что я буду любить тебя меньше? Но это не так. Ты самый дорогой, любимый человечек мне на свете. Юленька, пойдем, пожалуйста, домой. Я очень замерзла. Ты обещаешь, что у меня не появятся братишки или сестрички? Ну, сводного брата Саши я уже отменить не могу. Если ты против, рожать я больше не буду. Хотя мы с Игорем очень об этом мечтаем. И возраст мне еще позволяет. Ты обещаешь или нет? Хорошо, обещаю. Ладно, посмотрим, как получится. Переезд состоялся, но Юля с этим не смирилась. Она подчеркнуто вежлива с Игорем, но постоянно провоцирует Сашу, его сына. И в чем именно состоит провокация? Язвит, подкалывает. Вчера разбила ему смартфон, типа случайно. Саша достаточно спокойный мальчик, но я вижу, что он начинает огрызаться. И я боюсь, что вражда детей может сказаться на наших с Игорем отношениях. А с чего бы вражда детей должна сказаться на ваших с Игорем отношениях? Ну, Игорю может не понравиться, что моя дочь постоянно изводит его сына. Но это ведь будет такая же его проблема, как и ваша. Саша, как любой подросток в этом возрасте, должен научиться как-то взаимодействовать с чужой недоброжелательностью. И если Саша этого не умеет, то проблема не только в том, как вы воспитали свою дочь, но и в том, как Игорь воспитал своего сына. Слушай, Игорёш, а как твой Сашка относится к нашей свадьбе? Нормально относится. Игорь Птицын, 41 год, сварщик, жених Анны. Он же понимает, я вдовец. Рано или поздно какая-то женщина должна появиться. Лучше уж ты. А я не знаю, что мне с Юлькой делать. А хватит с ней миндальничать. Поговорить надо с ней жестче. Да, жестко. Она же вообще всякие границы переходит. Тише ты, Юлька может услышать. Да спит твоя Юлька, спит. Мне он Сашка рассказал. Она в социальных сетях про него всякие гадости пишет. Но он в классе новенький. Затюкали пацана уже. Ой, да его затюкаешь. Лось такой. Дал бы разок и все. Нет, я не понимаю. Ладно, ладно, Игорёш, я поговорю с ней. Я сама виновата. Я это понимаю. Избаловала ее. Просто думала, что растет в неполной семье. Хотела как-то компенсировать. Вот мы сейчас это и исправим. Сделаем ей сестренку. Эгоизм как рукой снимет. Но это не факт. И вообще, Игорёш, мы договаривались, пока без детей. Хорошо, без детей, без детей. Сори, мне воды попить. Видимо, не судьба сегодня. Чтобы никто из детей не чувствовал себя ущемленным, Анна и Игорь были вынуждены отдать детям изолированные комнаты, а сами оказались в проходной комнате. Мамуль, у меня сегодня подготовительные, ты помнишь? Конечно. Юля, задержись на минуточку. На секундочку, я уже опаздываю. Как у вас с Сашей? Мы теперь одноклассники. А ты со всеми одноклассниками так общаешься? Как так? Он что, тебе нажаловался? Он рассказал отцу о твоих провокациях. А, то есть это Игорёшка тебе настучал? Не нужно со мной так разговаривать, Юля. Это последнее предупреждение. Впервые в жизни Анна решилась поставить дочери ультиматум. Или ты общаешься со мной нормально и ведешь себя прилично, либо ты отправляешься жить к отцу-алкоголику. В смысле? Не строй себя, дурочку. Ты все прекрасно понимаешь. Ты выживаешь Сашу, а вместе с ним Игоря. А то есть ты родную дочь готова выставить из-за какого-то мужика? Не какого-то. Это мой будущий муж. Мужчина, которого я люблю. И, между прочим, он к тебе относится хорошо. Хорошо, мамочка. Если ты так любишь этого своего мужчину, то я буду паинькой. Прошла неделя. Юля сдержала обещание. Анна радовалась, что Саша и дочь перестали задирать друг друга и даже подружились. Анна нашла под кроватью у Саши использованный презерватив. Анна была в шоке. Неужели начавшаяся дружба дочери и Саши переросла в секс? Ведь детям было всего по 16 лет. Анна собиралась замуж за Игоря, но ее дочь Юля была против их брака. Вскоре Игорь с сыном Сашей переехали жить в квартиру Анны. Юля постоянно задирала Сашу. Анне пришлось поставить дочери ультиматум. Или Юля ведет себя прилично, или поедет жить к отцу-алкоголику. Юля была вынуждена смириться, а вскоре они с Сашей подружились. Однажды Анна нашла в комнате Саши использованный презерватив. Анна испугалась, что Юля и Саша стали слишком близки. Теперь у нас другая крайность. Секс в выпускном классе. И что нам теперь делать? Разъезжаться? Зачем? Можно подумать, что разъезд что-то изменит. Вы правда думаете, что в этом случае они сразу перестанут заниматься сексом, если им это нравится? Ну, я даже не могу ничего проверить. Они совершенно одни после школы. Пока ты там свои трубы варишь, твой сын совращает мою дочь. Ну ты ерунды-то не говори. Выискала слово «совращает». Да он вон кабан какой вымахал, больше отца. Конечно, ему охота. Знаешь, Юлька тоже не дюймовочка. На улице такую встретишь, все 18 дашь. Ну да, акселерация. Да еще и квартира пустая. Им вообще париться не надо. Ну слушай, может, у Сашки другая девушка? Да никакая не другая. Что я не вижу, только как он на Юльку смотрит. И вообще, и ты, и он кобели. Ты говори, да не заговаривайся. А ты что, его защищаешь? Защищаешь? Нет, мне просто слово «кобели» не очень нравится. Ну, знаешь что, если тебе не нравится, собирай вещи и катись отсюда. Между нами все кончено. Не-у. Обещай, что поговоришь с Сашкой, чтобы он на пушечный выстрел к Юльке не подходил. Конечно, обещаю. Мы запрем его в комнате, а еду ему будем подавать вилами. Шутишь все? Я все понимаю, они подростки, у них гормональный бунт, но они бок о бок. Юля выходит из ванной, плохо запахнувшись, у нее видна вся грудь. Я считаю, что нам нужно разъехаться. Ну да. А если потом выяснится, что дети все равно продолжают заниматься сексом, тогда кому-то из вас придется уезжать в другой город. Ну, или даже в другую страну для надежности. Ну, так что ли? Анна решила поговорить с дочерью. Как тебе это? Ну, смотря куда ты собралась. На днюху Гришиной. Тогда нормально. Я думаю, там все в джинсах будут. Скажи-ка мне, Юля, а как у тебя с Сашей? Опять как у тебя с Сашей? Ты зациклилась, что ли, на этом Саше? Тебе больше поговорить не о чем. И все-таки как? Да нормуль у меня с ним. Нормуль. Ну, я вижу, собачиться вы перестали, но… Мам, тебе не угодишь. Ссоримся плохо, дружим плохо. Я научилась относиться к нему как к сводному брату. Тебя так устроит? Вот как брат у меня бы устроила. А разве с братьями спят? А ты с чего взяла, что мы спим? А я у Саши под кроватью презерватив нашла. Упс. Ну, скажу Саше, чтобы не забывал выбрасывать. А, то есть ты и дальше так намерена продолжать? Мам, не лезь не в свое дело. Раз уж пошел такой разговор, я Сашу люблю. Все, тему закрыли. Ты с ума сошла? Какая любовь может быть накануне экзаменов? Тебе об институте думать надо. Тебе о будущем думать надо. Ты вообще меня слышишь? Мам, я уже взрослая. Сама разберусь. Разговор с дочерью ничего не дал. Анна решила подойти с другой стороны, действовать через Сашу. Да, конечно, она Павловна навсегда. Александр Птицын, 16 лет, ученик 11 класса, сын Игоря. Я очень рад, что вы ко мне стучитесь. У Игоря был аврал на работе. Домой он приходил поздно и не успевал поговорить с сыном. Или не хотел, как думала Анна. Странный вопрос, Анна Павловна. Да все тип-топ. Поначалу мы друг к другу притирались, и сейчас… А сейчас притерлись? Да не в этом смысле. Не надо бренчать, когда я с тобой разговариваю. Я не бренчу. Я сочиняю песню для любимой девушки. А у тебя есть любимая девушка? Есть. Но, разумеется, я не скажу, кто она. Это Юля? Хороший стишок. Твоей девушке понравится. Хотите, я вам спою? Нет уж, увольте. Игорь позвонил и сообщил, что вернется с работы за полночь. Однако Анна решила его дождаться. Ну, спасибо, что дождалась. Одному ужинать не придется. Ужинать ты будешь один. А дождалась я тебя, чтобы сказать, что твой сын даже по-хорошему со мной поговорить не захотел. В общем, собирайте свои манатки, и чтобы завтра духа вашего здесь не было. Прошла любовь, завяли помидоры? Ранним утром следующего дня Игорь и Саша с вещами уходили из квартиры Анны. Можно я поговорю с Юлей? Юля спит. Увидитесь в школе. Пока тебя обратно в школу переведут, минимум неделя пройдет. Спите. Ну что, как говорится, присядем на дорожку. Все, идите. Я, кажется, там бритву забыл. Нет, не забыл. Мне очень жаль, что все так получилось. Не хочу. Слишком тебя люблю. Как я буду без тебя, Игорь? Я тоже тебя очень люблю. Игорь с Сашей остались. Отношения между Игорем и Анной постепенно приходили в норму. Солнышко, я кое-что нашел. Могу поздравить? Какое поздравить? Ты же знаешь, я пользуюсь противозачаточным. Это тест Юльки. Юлька беременна. Вот этого только не хватало. А я тебя просила. Не смог приструнить своего Сашку? Вот и получай! Прошу, успокойся сейчас. Подожди, мне на работу пора, уже поздно. Шеф вообще грозится оставить нас жить на базе. Пока всю работу не сделаем, машину далеко гонять дорого. Ох, ну давай, давай, живи. А я тут одна разгребайся, да? Нютик, ты сейчас все не так поняла. Я все прекрасно поняла. Давай, беги, а то опоздаешь на свой объект. Анна была в панике и тем же вечером решила поговорить с дочерью. Ты мне ничего не хочешь сказать? Вот реферат пишу. Я не про учебу сейчас. Про что? Ты беременна? Да ты что, нет, конечно. Я видела твой тест на беременность. Ты понимаешь, что если ты сейчас родишь, то вся жизнь насмарку? Вместо вуза пеленки-распашонки? Я не знаю, как это произошло. А я тебя предупреждала. Ну, конечно, мать дура. Мы сами взрослые. Ну, что ты собираешься делать? Взрослая. Прошло еще 3 дня. Юля не разговаривала с Анной. Анна просто не знала, что делать. Злилась на Сашу и на Игоря. Винила себя, что остановила их тогда и не дала Саше с Игорем уйти. Задержись. Ты не можешь объяснить, куда отсюда 10 тысяч подевались? Да я верну. Я сейчас одному челу реферат пишу. Деньги будут. А на что тебе деньги понадобились? Да я верну. А мне тоже интересно, на что? Ну, говори. Зачем тебе деньги? На аборт. Для Юли? Аборты сейчас платные делают. Юля в частную клинику пошла. В районной консультации был случай. Гинеколог стуканула родителям. Юля не хотела, чтобы вы знали. Говори адрес клиники. Я, может быть, успею ее остановить. Нет, не скажу. Ты что, дурак? Говори сейчас же! Да нет! К Анне переехал жить ее жених Игорь с сыном Сашей. Дочь Анны, Юля, пыталась расстроить будущую свадьбу, постоянно третировала Сашу. Анне пришлось пригрозить дочери, что она поедет жить к отцу-алкоголику. Юля и Саша помирились, а потом их отношения переросли в секс. Анна решила выгнать из квартиры Игоря и Сашу, чтобы оградить дочь от постоянного контакта с Сашей. Но в последний момент Анна не дала им уйти. Это было роковой ошибкой. Юля забеременела от Саши и тайком пошла на аборт. Простить себя не могу, что тогда не дала уйти Игорю с Сашей. И дело дошло до аборта. Мам, радуйся. Пеленок-распашонок не будет. Да что ты такое говоришь, радуйся. Да я же бежала, чтобы тебя остановить. Зачем? Ты же не хотела внуков. Я хотела, чтобы ты получила образование. А внук в свое время. Разве может мать пожелать своей дочери аборт? Да никогда. Мне очень жаль, что все так вышло. А мне жаль, что я тебя неправильно поняла. Мне так плохо, мамочка. Юля сделала аборт. Теперь она лежит на кровати лицом к стенке, как будто жизнь закончилась. Врач сказала, что она больше никогда не сможет иметь детей. Даже подумать боюсь, что вы после этого сделали. Наверное, виноватыми оказались Игорь с Сашей. Конечно. А кто же еще? В общем, я выгнала обоих. Экая вы резкая. Чуть что, людей из дома выгоняете. Может, имеет смысл поискать еще какие-нибудь способы взаимодействовать с людьми? На следующий день, придя с работы, Анна увидела то, чего никак не ожидала. Юля весело танцевала. Ты удивлена? Обрадована. Мам, я тут лежала и думаю, а что я переживаю? Жизнь-то ведь продолжается. Умничка ты моя. Ты говоришь, что обрадована, но глаза грустные. Да, конечно, обрадована. Ты встала, танцуешь. Завтра, скорее всего, в школу пойдешь. Конечно, пойду, мам, я домашку сделала. Ну, улыбнись, мам. Я по Игорю скучаю. Понимаю. Но мы ведь с тобой совсем справимся, правда? Конечно. Конечно, совсем справимся, дочь. Прошло 2 недели. Однажды, возвращаясь с работы раньше времени, Анна снова увидела Сашу вместе с дочерью. Ну, дай понесу, Юль. Ну, на, неси. Юль, ты же знаешь, что я без тебя не могу. Я специально с последнего урока убежал, чтобы приехать к тебе. Юлька, я люблю тебя. А ну, отойди от нее. Опять ей голову морочишь? После всего, что случилось? Да ничего я не морочу. Я люблю вашу дочь, и если бы не вы, Анна Павловна, все вы были счастливы. А ты грубишь. Саша, уходи. Вы типа с собой пожертвовали ради счастья своей дочери, да? Да вы просто любить не умеете. Если бы любили, не погнали бы моего отца из дома. Саш, замолчи, иди домой. Молодец, дочка. Теперь ты понимаешь, что ради тебя все это. Конечно, мамочка. Давай уже забудем про все, что произошло. Через несколько дней, набравшись мужества, Саша пришел к Анне с извинениями. Я был неправ. Это хорошо, что ты понимаешь. Я хочу извиниться за нас с Юлькой. Это она мне предложила секс, чтобы разрушить вашу с папой свадьбу. Подожди, Юлька предложила секс? Ну да, чтобы вы узнали об этом, сцепились друг с другом и разошлись. Так оно, в общем-то, и получилось. Почти. А мы с Юлькой потом, правда, полюбили друг друга. Анна Павловна, разрешите нам встречаться? Я хочу, чтобы Юлька была счастлива. Перестань врать! Юля! Юля! Анна Павловна, подождите, Анна Павловна. О, Сашка, привет. Юль, скажи, что он врет. А что он сказал? Правду. Про твой план, что я согласился. Потом мы полюбили. Ты дебил! Не, ну надо быть таким кретином. Юль, сейчас зачем врать-то? Ну раз врать больше незачем, тогда слушай. Я тебя не люблю и никогда не любила. Тупо использовала, чтобы сорвать свадьбу. И беременной я не была, мам. Это был тест на овуляцию, внешне очень похожий. Мужики в нем не шарят 100%, а ты вникать не стала. Юль, скажи, что ты это придумала, чтобы маму успокоить. Отвали уже, дебил, недоумок искренний ты мой, я видеть тебя не могу. За что ты так со мной, дочка? Анна все объяснила Игорю, попросила прощения. Саша больше не искал встреч с Юлей. Через 1,5 года, когда Саша ушел в армию, Игорь переехал к Анне. Они поженились и ждут мальчика. Странно, да? Люди часто возмущаются, когда окружающие ведут себя так же, как они сами. Помните, как возмущалась Анна нежеланием дочери смириться с появлением в доме отчима? А потом Анна возмущалась еще и той хитроумной схемой, посредством которой Юля пыталась избавиться от этого ненавистного отчима. Только в самом-то деле, а чего было возмущаться? Ведь Юля всего лишь применила тот самый алгоритм, которым всегда в своей жизни пользовалась сама Анна. Сначала найти виновного в своих проблемах, а потом этого виновного из своей жизни ампутировать. Вот именно это алгоритм Юля и использовала, причем довольно успешно. Вот банальная мысль, но ведь совершенно бесспорная. Чтобы дети вели себя так, как хотелось бы их родителям, родителям необходимо самим вести себя так же. Правда, это условие нельзя считать достаточным, всего лишь необходимым, но тем не менее. Дмитрий решил сделать любимой жене сюрприз, встретить ее с работы и всей семьей сходить в кино. Илья, ну говорил же, не прыгай, ну. Дмитрий Сергеевич Колокольцев, 37 лет, инженер по водоснабжению, женат. Так, наездник, побудь немножко пешеходом. Ой, шапка упала. Я устал. А у нас тут авария. Павлик Колокольцев, 5 лет, сын Дмитрия. Иди сюда. Ну чё, нарядились, да? Ну, прости, пап. Ну, прости. Ну, бывает. О, пап, смотри, там наша мама. Илья Колокольцев, 10 лет, школьник, сын Дмитрия. С каким-то дядей. Дмитрий был в шоке, увидев, как его жена целуется с незнакомцем. Ужасно, что это произошло при детях. Если бы я был один... Понимаете, я давно знаю, что Лена мне изменяет. Периодически. С разными мужчинами. То есть вы знали, и вас это устраивало? Я ее люблю. И не знаю, как это остановить. Я и умолял, и орал. А она все равно продолжает. А вот теперь об этом узнали дети. Это для них такой удар. Так, все, идемте. Я хочу к маме. А в кино на мультик? Нет, к маме. А кто тот дядька? Просто ее друг. А почему они целовались? Так, вместо того, чтобы вопросы задавать, лучше думай, на какой фильм пойдем, пошли. Ты врешь! Она нас больше не любит. Хочу к маме. Детям нужна мать, и я не считаю, что измена – это повод разрушать семью. Очень многие наши знакомые по несколько раз развелись. А мы с Леной много лет вместе. Но дело не в длительности отношений, а в их качестве. Идеальных людей не бывает. Я уверен в том, что все можно исправить. Нужно просто убедить Лену перестать меня изменять. Ну, в конце концов, она от меня не уходит, значит, я ей нужен. Дело не в уговорах, а в том, захочет ли ваша жена изменить свое поведение. У нее может быть масса других причин оставаться с вами. Ну, например, никто, кроме вас, не предлагает ей другого статуса, кроме любовницы. Лена меня любит. В конце концов, у нас семья, у нас двое прекрасных сыновей. Я просто не хочу, чтобы дети знали об ее изменах. Но раз дело только в детях, а не в вас, тогда попробуйте убедить вашу жену тщательнее скрывать свои связи на стороне. Иначе ваши сыновья вырастут с моделью семьи, в которой унижать и предавать норма. У тебя вот здесь неправильно, поэтому не получается. Вернувшись от психоаналитика, Дмитрий поговорил с женой. Она пообещала ему измениться ради семьи. Жена перестала задерживаться, вечера проводила дома и даже записала младшего сына на танцы. Дмитрий верил в то, что теперь все будет хорошо. Прошло 2 недели. Уже дома? Я надеялась, до тебя успею. Ну как, получается? Ну да, хорошо. Устала? Немного. Так далеко ездить на эти танцы, но Пашке нравится. Елена Владимировна Колокольцева, 35 лет, логист, жена Дмитрия. Я сейчас отдохну немного и приготовлю ужин. Садись, любимая, отдыхай. Я уже все сделал. Прошла неделя. Жена вела себя идеально. В выходной день Дмитрий сдал машину в автосервис и случайно встретил их с женой бывшего однокурсника. Слушай, а ты что, здесь работаешь? Да нет, я на заводе инженером. Не на ювелирном случайно? А то б я у тебя закупился, я ж в ювелирке сейчас. Глеб Иванович Зарьков, 37 лет, владелец ювелирного магазина, бывший однокурсник Дмитрия и Елены, разведен. Я тут баряна нашего встретил, тот в строительстве. Так он вот такую харю отожрал на черной икре. Ленку, помнишь? Грудастую. Помнишь ее, да? Мы с ней в кафе посидели. Она мне прям там в туалете дала. У нее муж какой-то банкир или кто-то, я не знаю. Она ко мне каждый вечер теперь гоняет. Просто огонь баба. Слушай, а Лена Никитина? А какая Никитина? Соколова. Ты ж помнишь. Ну ладно, дела... Побегу, рад был видеть. Слушай, так давай посидим. На их курсе было всего 2 Лены, а девичья фамилия жены Дмитрия была Соколова. Дмитрий понял, что Глеб говорил о его жене. Ага. Привет. Так значит, ты замужем за банкиром? Что? А я сегодня встретил Глеба Зарькова. Мне было стыдно сказать правду. Учились же вместе. Он теперь в шоколаде, а ты нищий неудачник. Ты даже ударить нормально не можешь. Тряпка! Ты же обещала не изменять. Да обещала, чтобы ты отвязался! Меня достали твои нотации. Меня тошнит от тебя. Уйду, уйду, чтобы никогда тебя больше не видеть. Так, если по вечерам ты была с Глебом, а не с Пашей на танцах, где был Паша? Ты таскал его с собой? Отвечай, дрянь! Так, все, я подаю на развод. Хорошо. Иду, сынок! Так, и знай, вот что бы ты ни делала, как бы ты ни судилась, детей я тебе не отдам. Что хочешь делай, не отдам. Это само собой. Дети с тобой останутся. Дмитрий с детьми решил встретить с работы жену Елену и увидел ее в объятиях другого мужчины. Дмитрий знал о том, что жена ему изменяет, и закрывал на это глаза. Но ради детей попросил ее прекратить. Елена пообещала ему исправиться. Вскоре Дмитрий случайно встретил бывшего однокурсника. Тот не знал, что Дмитрий и Елена женаты, и рассказал о том, что жена Дмитрия – его новая любовница. Узнав об очередной измене жены, Дмитрий объявил ей о разводе и заявил, что дети останутся с ним. Жена не настаивала и ушла от Дмитрия. Вы понимаете, оказалось, что Лена не водила Пашу на танцы, а вечерами брала его с собой к Глебу. Он сидел, смотрел мультики в наушниках. Она в это время кувыркалась с Глебом. Даже думать об этом мерзко. Слушайте, ей вообще плевать на детей. А их ни разу не навестила с тех пор, как ушла. Я понимаю вас, это неприятно. А может быть, это и лучше, что ваша жена не появляется. И дети не нервничают лишний раз. Ну, она мать. Она нужна детям. Паша хнычет и постоянно про нее спрашивает. А Илья замкнулся, из него слова не вытащишь. Да и я, если честно, выдержал без нее неделю. Ты измором решил меня взять? Почему ты не отвечаешь мне на мои звонки? А вдруг с Илюшей или с Павликом что-то случилось? Ты прекрасный отец. Ты же хотел двоих детей. Дети твои. Я как будто с другим человеком разговариваю. Да что с тобой? У меня все отлично. Я наконец-то счастлива, Дима. Ты нарочно мне это говоришь. Ну, послушай, давай начнем все сначала. Ну, хочешь изменять, изменяй. Я буду молчать. Ну, только чтобы дети не знали. Я позвоню мальчикам. Надеюсь, когда они вырастут, они меня поймут. Пока. Я не могу без нее. Хотя умом понимаю, что она дрянь. Она не дрянь. У поведения вашей жены есть другое название. Ей удобно с вами. Почему вы столько лет терпели это? Скажите, а как вы познакомились с женой? Учились вместе. И я с первого курса в нее влюбился. Хотя она на меня даже не смотрела. Ну, после окончания института ей нужно было возвращаться в родной городок. Она, естественно, не хотела, она хотела остаться. Ну, и я предложил ей пожить у меня. Сначала чисто по-дружески, а потом начали встречаться и поженились. Смотрите, что получается. Вашей жене было удобно с вами. Но даже ради комфорта она не готова стать примерной женой и матерью. Понимаете, есть женщины, которые не созданы для брака, и они не готовы меняться ради семьи и детей. И я уверен, это как раз о Елене. Прошло 2 недели. Дмитрий с трудом управлялся один. Дети капризничали, и Дмитрий был в отчаянии. Привет, да, я, привет. Прости, разбудил. Да не, ничего, я со смены вернулась, уснула. Да ты заходи, ты чего? Да не, у меня там суп на плите стоит. Слушай, посидишь с Пашкой, а то мне Илью надо на плавание отвезти, а это другой конец города. Да конечно, конечно, посижу, приводи. Надежда Максимовна Орлова, 42 года, швея, соседка Дмитрия, разведена. А Лена где? Лена нет. Мы разводимся. Да ты что? Ой, ну надо же, как жалко-то. Ну ладно, Дим, ты если что, обращайся. Я, конечно, я всегда, пожалуйста, посижу. Спасибо. Спасибо, Надюш. Прошел месяц. Соседка стала помогать Дмитрию по хозяйству и сидела с его детьми. Дети привязались к ней и все реже вспоминали мать. Ух ты, да ты меня чуть не свалил. Каши, наверное, много ел, да, в детском саду? Да. Молодец. Уйди, она мне помогает конструктор собирать. А вы вместе собираете конструктор. Вот сейчас Илья тебя научит конструктор собирать. Ой, Надь, ну зачем? Ну почему бы мне вам не помочь? Ужин на плите. Рубашки ребятам я погладила. Слушай, ну мне прям неудобно. Ну, давай я хоть заплачу. Дим, я обижусь. Ну ты чего? Ну, с тех пор, как у меня сын женился, у меня дома тоска смертная. Он в Перми с женой живет. Ну, что мне дома одной-то делать? Ну, хорошо, ну тогда оставайся с нами поужинать. А потом кино посмотрим. Да, ребята? Отлично! Да! Через неделю Дмитрию позвонила жена и сказала, что подала на развод. Дмитрий был раздавлен, ведь в глубине души он надеялся, что она вернется. Павлик уснул, белье на комоде. Я пошла. Можешь остаться. Я вот разводиться не хотел. Думал, просто припугну Ленку, и она вернется. Но теперь все кончено. Будешь? Нет, не хочу. Да не переживай ты так. Не переживай. Может быть, вернется еще. Мне вон тоже муж изменял. Уходил несколько раз. И что? Возвращался, когда они понимали, что он за подарочек. Кому еще такое счастье было нужно, кроме меня? Это ужасно. Ну почему? Потом и до меня наконец дошло, что он никогда не изменится. Я его бросила. Наверное, ты права. Но у вас может быть совсем другой случай. Дмитрий и Надежда стали жить вместе, как семья. Дети любили Надежду и тянулись к ней. Прошло несколько месяцев. Дмитрий развелся с женой и получал от нее алименты на детей. Может, нам с тобой пожениться и продать мою квартиру? А зачем? Домик купим. Будет дача. Мальчишку будем на лето возить. Что им в городе-то торчать? Свежий воздух. Ты знаешь, я дачу не очень, я больше море люблю. Ясно. Не, ну, хотя дача тоже, может, хорошая идея. Да нет, я просто подумала, все равно живем как семья. Но если ты против, конечно, штамп в паспорте ничего не значит. Мне с тобой и так хорошо. Дим, а вы с Леной через сколько поженились? Через месяц. Надя, послушай, но если для тебя это важно, давай поженимся. А для тебя? Я пока не думал об этом. Дмитрий солгал. Он понимал, что лучшего варианта, чем Надежда, ему не найти, но он не любил ее, поэтому колебался. Дмитрий никак не мог отпустить прошлое и решил сообщить о своем намерении жениться Елене, в надежде, что она его остановит. Нет, с детьми ничего не случилось. Я женюсь. Поздравляю. То есть ты не против? Я просто подумал, ты должна знать, назад пути не будет. А разве он был? У меня давно другой мужчина, и я его люблю. А он знает, что у тебя параллельно 10 любовников? А я ему не изменяю. Он, в отличие от тебя, идеальный мужчина. И у него есть все, что мне нужно. Ну а что ж ты не познакомишь его со своими детьми? Потому что это ему не нужно. И ты ему нужна только до тех пор, пока не надоешь. После разговора с женой Дмитрий решил окончательно вычеркнуть ее из своей жизни. Илюш, отвлекись на секундочку. Ты у нас в семье старший. Все важные новости узнаешь первым. Так мы с тетей Надей решили пожениться. Пашка! Папа на тете Наде женится! Ну ты бы хотя бы предупредил. Я бы причесалась. Ну ничего, так даже лучше. По-семейному. Ну все, теперь не отвертишься. Сам ты не передумаешь. Вот еще, не дождешься. Прошло 2 недели. Дмитрий и Надежда собирались ехать в ЗАГС, чтобы подать заявление. За одной помадой ходить в соседнюю квартиру. Но 20 минут я уже готов. А ты? Дмитрий ждал Надежду, но в дверях стояла беременная Елена. Привет. Я вернулась. Дмитрий много лет терпел измены жены, но когда о них узнали еще и дети, решил, что с него хватит. Дмитрий устроил жене скандал, и она пообещала ему быть верной. Но вскоре Дмитрий узнал, что жена продолжает изменять ему. Вместо оправданий жена бросила Дмитрия и подала на развод. Дети остались с Дмитрием. Мужчина не справлялся в одиночку и обратился за помощью к соседке Надежде. Между ними завязались отношения, и они решили пожениться. Когда Дмитрий и Надежда собирались в ЗАГС, домой вернулась бывшая жена Дмитрия, которая оказалась беременной. Жена как заноза. Пытался выбросить ее из сердца, из жизни. А она вернулась. Ваша жена вернулась в семью? Если бы. Ее выгнал любовник. Мечта всей ее жизни. К тому же она от него беременна. Случилось ровно то, о чем я ее предупреждал. Может, поможешь? Конечно, извини. Жить я буду здесь. Лен, послушай. Хоть мы и развелись, выгнать меня беременную ты не можешь. Не имеешь права. По закону. Пока ребенку не исполнится год. А его отец? Он меня выгнал. Я не хочу об этом говорить. А если ты меня выгонишь, скажу, что отец ты. И пока не рожу, никто ничего не докажет. А потом придумаю что-нибудь. Не знаю. Да я просто спросил. Никто тебя не выгоняет. Живи, конечно. Понимаете, после того, как она вернулась, я понял, что это то, чего я давно ждал. А как ваши отношения с Надеждой? Вы ведь собирались с ней жениться? Я Наде сказал, что свадьбу придется отложить. Да и не хочу я на ней жениться. Она хорошая, я по-своему к ней привязался. Сердцу не прикажешь. Как я понял, ваша бывшая жена вернулась не к вам, а в вашу квартиру. Вы любите ее и не мучаетесь выбором Елена или Надежда. Скажите, а сама-то Елена хочет быть с вами? Дмитрий, ведь известно, что дважды в одну и ту же реку не входят. Или это не про вас? Прошла неделя. Павлик был рад возвращению матери, но Илья заявил, что хочет жить у Надежды. Он сказал, что ты в курсе. Я не в курсе. Илья! Подожди, ну ты не ругай его. Я поговорю с ним, скажу, чтобы домой шел. Ты не зайдешь? Да нет, ты извини, тут столько всего навалилось. Я позвоню или вечером зайду. Дмитрий жил в гостиной, уступив Елене спальню. Ночью он услышал, что Елена плачет. Что со мной не так? Почему он меня бросил? Я не могу с этим смириться. Мне так плохо. Посиди со мной. Ну, просто кретин, он тебя недостоин. Сначала он обрадовался, когда узнал, что я беременная. А потом передумал. Сказал, что не хочет детей. Сказал, что я уродливая с этим животом. Послушай, хочешь, я с ним серьезно поговорю? Ты тоже хочешь избавиться от меня? Да нет. Я просто не хочу, чтобы ты страдал. Ты такой хороший. Такой добрый. Какая была дура, что раньше не замечала это. Дмитрий порвал с Надеждой и помирился с Еленой. Через несколько месяцев она родила дочь Катю. Дмитрий принял дочь Елены как родную и оформил отцовство на себя. Прошел месяц. Ну чего ты напрягся? Да ничего, поехали. В сад за Пашкой, а то опоздаем. Расслабься. Что было, то было. Мы же начали все сначала. Прошел еще один месяц. Вернувшись домой с работы, Дмитрий застал в квартире Надежду. Лен, мне ключи оставила. Просила с детьми побыть. Она в магазин вышла, когда вернется? Она не вернется. Сказала, что помирилась с мужчиной своим. Уезжает с ним. За границу, кажется. Просила передать тебе, чтобы ты простил ее, что она его очень любит. А Катя? Она забрала ее с собой? А Катюшу она тебе оставила. Надежда простила Дмитрия. Вскоре они поженились и растят двоих его сыновей и дочь Елены от любовника. Со временем Дмитрий искренне полюбил Надежду и теперь по-настоящему счастлив. Часто приходится слышать, они разные люди. Да, все мы разные. И как не ошибиться при выборе спутника жизни? Важно понимать, какие цели мы преследуем и чего мы хотим получить от своей второй половины. Отношения Дмитрия и Елены можно назвать односторонними. Дмитрий любил жену, а она позволяла себя любить. В их паре во главу угла были поставлены не интересы семьи, а зависимость Дмитрия от жены и ее неоднозначного поведения. Дмитрию было нужно гнездо, а Елену устраивал инфантильный муж, сносящий ее похождения. Так было бы и дальше. Но Дмитрий решил изменить пылкую натуру жены. Это было невозможно. Перед тем, как создать семью и тем более завести детей, стоит оценить запросы партнера. А если вы ошиблись и не разглядели, то либо терпите, либо расставайтесь. Бесполезно пытаться изменить то, что в принципе изменить невозможно. Сашенька, доброе утро. Завтрак в постель. Утром Виктор проснулся в незнакомой квартире. Дико трещала голова. Он не помнил ни минувшего вечера, ни того, как здесь оказался. Ой, мамочки. Доброе утро. Виктор Аркадьевич Пронин, 48 лет. Инженер-наладчик, женат. Вчера было все прекрасно. Ольга Мусиенко, 34 года. Кассир в супермаркете, не замужем. А что было-то? А? Представляете, просыпаюсь я утром в чужой квартире. Какая-то девица меня чужим именем называет. Думал, все, ну, крыша поехала. А потом вспомнил, что вечером с женой поссорился, ну, напился с горя, ну и снял эту Ольгу в каком-то баре. Соврал ей, что я командировочный из Пензы. Да, вот, ну и имя первое попавшееся придумал. Здорово. Технологии, видать, отлажены. Много раз опробовалась? Да нет, ну что вы. Да вы не поверите, я впервые жене изменил. Нет, ну довела она меня. Знает же, как я тещу ненавижу. Так нет, перевезла ее к нам жить. Нет, ну я понимаю, ну, у тещи сложный перелом, что ей уход нужен. Я вот в своем доме хочу чувствовать себя мужиком. Теперь теща начнет свои порядки выстраивать. Получается, чтобы вам чувствовать себя мужиком, жена должна отказаться ухаживать за своей больной матерью, да? Да нет, ну, я все понимаю, я не должен был так реагировать. Совесть даже замучила. Я как только понял, что натворил, я же сразу утром домой побежал. Лидусь, привет. Чего надо? Лидия Ивановна Пронина, 47 лет, инспектор по кадрам, жена Виктора. Ну открой, Лид, ну в конце-то концов, Лид. Иди туда, где был. Она меня так и не впустила. Ну, идти мне было некуда. Друг мой, он в отъезде, ну, остальных семьи. Я пошел обратно к Ольге. Вот живу у нее уже неделю под видом этого командировочного Саши. Выхода другого не было. Ну, или этот выход вас вполне устроил. Ну, вы ведь могли, например, продолжать пытаться договориться с женой или снять какое-нибудь временное жилье. Ну, пусть самое скромное, дешевое. Договориться. Она ведь мне так ни разу и не позвонила. А я хочу домой, понимаете? Но боюсь. Чем дольше вы живете у этой вашей Ольги, тем сложнее будет потом объяснить жене, почему все происходило именно так. Ну и, соответственно, тем меньше вероятность того, что вас таки пустят обратно домой. После разговора с психологом Виктор набрался храбрости поговорить с женой. Он не хотел говорить при теще и караулил жену у подъезда. Лид, прости меня, Лид. Ну, разозлился я. Я не могу без тебя, Лид. Ну давай помиримся, а? Не может он без меня. А неделю где шлялся? Ну где, где? У Коляна жил, ты ж меня выгнала. Ну, подожди, Лид. Лид, ну ты куда, Лид? Ну подожди. В аптеку, маме за лекарством. Лид. Ладно, возвращайся. Только с мамой скандалить не смей. Да, конечно, Лида, конечно. Я только Коляну сгоняю за сумкой и приеду. Виктор помирился с женой и предупредил своего друга о том, что якобы жил у него. Виктор не решился сказать Ольге правду и солгал, что у него закончилась командировка. Правда? Да, конечно. У них же контракт с нашим заводом. А я тебе писать буду, звонить. Я тебя провожу в аэропорт. Оль, знаешь, мне еще надо на завод заехать, эти бумаги подписать. Да и вообще вылет у меня поздно ночью. Как ты одна-то будешь возвращаться? Такси вызову. Такси? Да нет, не нужно, Оль. И вообще, я уже опаздываю, правда. Ну все. Я позвоню. Виктор внес номер Ольги в черный список и вернулся домой. Обстановка была невыносимой. Жена разрывалась между работой и уходом за тещей, а теща постоянно пилила Виктора. Он терпел и радовался лишь тому, что жена не заподозрила его в измене. Говорят, шоколад настроение поднимает. Мне лучше ружье застрелиться. Вить, давай наймем маме сиделку. Деньги-то откуда? Самим на что-то жить. Димке он в Ростов посылать. Ну, ужмемся, ужмемся. Ну, не могу я больше с работы отпрашиваться, уволят меня. Ну, хорошо, хорошо. Как скажешь. Давай искать. Виктор был не в восторге от решения жены нанять сиделку и согласился лишь потому, что чувствовал вину перед женой. Прошло несколько дней. Лидия не могла найти сиделку и совсем отчаялась. Утром Виктора с женой разбудил звонок в дверь. Привет из Пензы. Привет. Витя, кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Лидия? Да, я. Тогда я к вам. Поссорившись с женой, Виктор напился и изменил ей со случайной знакомой Ольгой, который солгал, что он командировочный. Утром жена выгнала Виктора из дома. Мужчина снова пошел к Ольге и жил у нее неделю. Когда жена смягчилась, Виктор вернулся домой, сказав жене, что жил у друга. Ольге Виктор солгал, что уезжает домой в Пензу. Виктор терпел сложную обстановку дома и даже согласился нанять сиделку для больной тещи. Он успокоился, поняв, что жена не подозревает о его измене. Но вскоре Ольга появилась на пороге квартиры Виктора. Вы были правы. Ну, наверное, надо было сразу Ольге всю правду рассказать. Но я же думал, что все предусмотрел. Я же не знал, что она меня найдет. А когда ее на пороге увидел, так обалдел, что даже сказать ничего не успел. Стоял, думал, как же она меня нашла-то. Я сиделка. Я работала у бабушки в соседнем дворе, она умерла. Ее подруги сказали, что вы ищете сиделку для своей матери. Правда? Но вы знаете, у нас сложный случай. Мама пока не ходит из-за перелома ноги. Я работала с парализованными. Если хотите, могу принести рекомендации. По цене мы договоримся, мне очень работа сейчас нужна. Я, кстати, Оля. Очень приятно. Очень. А это мой муж Виктор. Прикройся. Очень приятно, Виктор. Я вообще в полной растерянности. А жена опять все решила сама. Как я ее не отговаривал, она Ольгу наняла, мол, другого выхода нет. Да и теще Ольга понравилась. Короче, Ольга у нас осталась. А я с тех пор минуты спокойно не живу. Потому что она такая дрянь оказалась, еще и шантажирует меня. На самом деле, ну надо же, какая дрянь. Да еще так неожиданно. Обычно-то женщинам очень нравится, когда их обманывают, потом используют их квартиры как гостиницу. Вы ведь на это рассчитывали, правда? Ну, я попытался с ней поговорить, извинился, просил, чтобы она оставила меня в покое. Так она ж ни в какую. Оказывается, когда я у нее жил вот эту неделю, она почувствовала что-то неладное. Ну и пока я спал, заглянула в мой паспорт. Ну, она пошла моей жене правду рассказывать. А во дворе услышала, как бабки говорили, что мы сиделку ищем. Но она решила таким образом мне отомстить. Поняла. Не понимаю другого. А почему вам так нравится роль заложника? Чего вы делаете вид, что только Ольга может все рассказать вашей жене? Вы предлагаете мне рассказать? Нет, ну, вначале я бы мог соврать жене, что изменил только раз. Ну, не то, потому что перебрал, но теперь-то придется рассказывать всю правду. А тем более у Ольги в телефоне фото наши совместные с ней в постели. Жена сразу догадается, что я у Ольги неделю жил. Она меня ни за что никогда не простит. А я не хочу потерять жену. Я же люблю ее. А если все то же самое расскажет Ольга, да еще в своей собственной интерпретации, в этом случае жена вас непременно простит? Ольга уже 2 недели работала сиделкой в доме Виктора. Виктор жил в страхе и старался реже бывать дома. Лидок, ты сегодня рано. Зато ты поздно. Ну, мастер задержал, прости. А что задержался-то? Снова в Пензу летал в командировку? Как там погодка-то? Заткнись, дрянь, заткнись. Лида! Идите сюда, пожалуйста, Лида. Ты что? Что случилось? Виктор понял, что сейчас его жена обо всем узнает. Но я вас обманула. Я не сиделка. А кто ты? Я кассирша. Меня уволили, я осталась без денег. Я шла мимо вашего двора и услышала о том, что вам нужна сиделка. Вот и пришла на удачу. И медицинского образования у меня тоже нет. Да оставь тоже. Оленька, ну какая разница, есть образование или нет? Ну мы же знаем, какой ты человек. А лучше сиделки нам не найти. Правда ведь? Ага. Спасибо вам. Но я все равно не могу остаться. Я теперь не тяну свою съемную квартиру. Решила к маме переехать. Так живи у нас. Ну, конечно, ты же с утра до ночи здесь. Комната сына свободна, он в Ростове. Виктор был в шоке. Он злился на жену, но на себя он злился еще больше. Ольга переехала в квартиру Виктора и поселилась в комнате его сына. Врачи разрешили теще вставать, и жизнь Виктора окончательно превратилась в ад. Ну что ж у тебя руки-то не из того места растут? Раиса Михайловна Жолобова, 82 года, пенсионерка, теща Виктора, вдова. Лида, ну забери-то у него, он ведь сломает сейчас. Мама, ну как он сломает? Хватит уже. Да, кстати, Дима звонил. Сказал, что нашел квартиру. Мам, ты еще не передумала отдать ему свои драгоценности? Внуку все отдам. Внука люблю. Слава богу, не в папашу пошел. Да ну, Раиса Михайловна, хватит уже, а? Перестаньте. Тогда я возьму несколько дней за свой счет и съезжу к Диме в Ростов, посмотрю квартиру. А потом уже будем думать, как продавать твои драгоценности. А там на квартиру-то хватит? Мамочка, квартира стоит 2,5 миллиона. Еще и на машину останется. Прекрасно. Украшения-то у тебя антикварные? Не барахло, современное какое-нибудь. Вот именно. Да уж. Я открою. Это Колька. Лид, мы в гараж пойдем. Колян мопед посмотрит. Ага. Ну ладно, Коля, приятно было познакомиться. Ну, взаимно, Оля. До свидания. Здорово. Да здорово. Слушай, у твоей тещи такая сиделка, может, она со мной посидит? Николай Федорович Борисов, 43 года, таксист, друг Виктора, не женат. Ага. Обойдешься. Ты жди тут, я сейчас оденусь. Через неделю жена Виктора уехала к сыну. Виктор остался с тещей и Ольгой. У Ольги начался роман с Николаем. Виктор с ужасом чувствовал, что ревнует. Так, с Раисой Михайловной я погуляла, накормила ее. Сейчас она спит, так что я свободна. Буду поздно. Ну и что? Опять к Коляну идешь? А что такое? Ты ревнуешь? Я? У меня жена, ты забыла? Очень жаль. Нам же когда-то хорошо было вместе, помнишь? Тише, тише. Прошло несколько дней. Связь Виктора и Ольги возобновилась. Он ненавидел себя за это и пытался ее прекратить. Раиса спит, у нас есть час, можем пошалить. Ой, ну хватит, Оль, ну так больше нельзя. Ты должна уйти. Хорошо. 1 миллион рублей, я уйду. Откуда я тебе его возьму-то? Не знаю, где хочешь, там и ищи. Да тебя же что-то не устраивает. Мне и так хорошо. На следующий день после разговора с Виктором Ольга не вышла на работу. Теща сообщила Виктору, что Ольга уехала на несколько дней к больной матери, а через 2 дня домой вернулась Лидия. А мне что делать, я не знаю. Да ничего, справимся. А что с квартирой? Я посмотрела квартиру, отличная. Надо продавать драгоценности. Пойду маме расскажу. Виктор был рад, что Ольга уволилась, но ему казалось, что он слишком легко отделался. Виктор ожидал подвоха. Витя! Драгоценности пропали. Их нет. Мама, где шкатулка? Боялась признаться. Ребята, меня обокрали. Ой. Мама, вызови скорую. Скорую вызови. Мама. Мамочка. Мама. Виктор изменил жене со случайной знакомой Ольгой и жил у нее неделю, солгав, что он командировочный. Когда Виктор помирился с женой, он сказал Ольге, что командировка окончена, и вернулся домой. Виктор был в шоке, когда на пороге его квартиры возникла Ольга, которая пришла наниматься сиделкой к теще Виктора. Выяснилось, что Ольга знала об обмане Виктора и решила отомстить. Жена Виктора наняла Ольгу. А вскоре связь Виктора и Ольги возобновилась. Виктор просил Ольгу уйти. Она потребовала за это денег. Виктор отказал. Вскоре Ольга уволилась, а жена Виктора обнаружила пропажу из квартиры антикварных драгоценностей. Там драгоценностей было на несколько миллионов. Антиквариат, ну, тещиной бабки, наследство. А теперь их нет. Вот из-за меня теща с сердечным приступом без сиделки осталась. Сын без квартиры. А на жену вообще смотреть жалко. А почему теща-то без сиделки? Ольга вас помиловала, неужто? Я не знаю. Она как сквозь землю провалилась. На телефон не отвечает. С тех пор, как Ольга ушла, просто жуть. Ты, кстати, ее видишь? Ну, Ольгу-то. Не, исчезла. Сказала, что к матери поехала. Больной. Телефон выключила. Я уверен, мужик у нее новый появился. Почему другие постоянно изменяют и ничего? А я гульнул-то всего один раз, и сразу все посыпалось. Ну так изменить-то тоже уметь надо. Вот как раз те, которые изменяют постоянно, они уже научились. А вы еще неумелый новичок, потому и напортачили. Может, все дело в том, что я изменять-то особо не хотел. А вот поэтому теперь, когда уже все случилось, я даже не знаю, как жене в глаза смотреть. Если вам на самом деле стыдно, ну так это же прекрасный мотиватор, чтобы стать практически идеальным мужем. Лидия щадила мать и не поднимала тему пропажи драгоценностей. Но как только Раисе Михайловне стало легче, Лидия приступила к ней с расспросами. Что произошло? Лид, да я сама виновата, дура старая. Ты уехала, а я по телевизору услыхала, что камни подешевели. Но я и решила их оценить. Ольги не было, Витя на работе. Я и пошла сама в ломбард на костылях. Поскользнулась, упала, сумку выронила. И хорошо мужики какие-то мне помогли. Один из них сумку-то поднял, да так с ней и шел, пока меня провожали. А дома я посмотрела, а драгоценностей-то в сумке уже не было. Зачем ты одна-то поперлась? Еще на костылях. Да. Ну почему нас не дождалась? Дура ты старая. Лида, ну перестань. Что, Лида? Из-за ее маразма мы теперь нищими стали. Прошла неделя. В душе Виктор был рад, что теща совершила ошибку. Она вела себя тихо и почти не пилила его. Да что ж ты криворукий какой! На себя вы посмотрели, Раиса Михайловна? Брюлики посеяли, Димку без квартиры оставили. А ну вернись, зять! Думаешь, я совсем в маразме, чтобы антиквариат в ломбард тащить? Витя, я ведь все знаю. Я слышала, как вы с Олькой кроватью скрипели, и как она с тебя миллион требовала. Раиса Михайловна, вы… Закрой рот! Тоже мне ходок нашелся. Я просто Лидку пожалела. Ольке все отдала, только чтобы ее духу здесь не было. Откупилась. Лидке жизнь сломать я тебе не позволю. Любит ведь она тебя, дурака такого. О, хорошо погуляли. Погода чудесная. Только морозно. О, сейчас бы чайку горяченького. Тебе ведь сегодня на работу не идти, Вить? Нет. Ну и чудесно. О. Гуляйте, Лидуша. В глубине души Виктор был благодарен теще за то, что она избавила его от Ольги и ничего не сказала жене. Теща никогда больше не напоминала Виктору о его измене. Их отношения наладились. Ольга исчезла из жизни Виктора. Он устроился на вторую работу и выплачивает ипотеку за квартиру сына. Жена так и не узнала про то, что Виктор изменил ей. И все же совесть мучает Виктора до сих пор. Если я правильно помню историю, то еще ни одному государству не удалось победить в войне, воюя сразу на два фронта. Ну а Виктор, как вы помните, на два фронта сразу врал. Врал и жене, и любовнице. Причем делал он это, скажем честно, ну крайне неумело. Просто городил какие-то несуразные конструкции из случайных, не связанных между собой отмазок. И в итоге конструкции получились крайне неустойчивые. И вот когда одна из женщин узнала правду, и ее конструкция рухнула, то другой конструкции тоже досталось. Так что тут все очень просто. Или учимся грамотно врать и умело манипулировать, или придется говорить правду. Стой! Ты что, не слышишь меня? Немедленно вернись! Мама, не позорь меня, пожалуйста, перед друзьями, они же смотрят. Ну и пусть смотрят, я тебя не отпускала! Марина Юрьевна Ивантеева, 44 года, бухгалтер, замужем. А я не должна спрашивать твоего разрешения. Да как ты разговариваешь с матерью? Виктория Ивантеева, 18 лет, студентка, дочь Марины, не замужем. Ты мне не мать. Всю жизнь я посвятила воспитанию Вики. Она мне не родная дочь. Вика ваша приемная дочь? Мать оставила ее совсем крохой. Вике было тогда полгода. Для этого была какая-то веская причина? Да, была. Светлана, мать Вики, охотилась на богатых мужчин. Да, ей было совершенно не до ребенка. Она и Вику-то родила неизвестно от кого. По сути дела, Вика оказалась совершенно никому не нужна. Да и сейчас у Вики есть только я. Мать так ни разу и не вспомнила про нее за все эти годы. Как давно Вика знает, что вы не ее биологическая мать? Ну, я никогда не скрывала, что я ее не родная мать. Но воспитывала как родную. Когда мы стали встречаться с моим мужем, я ему тоже все объяснила. Я сказала, вот дитя, которое я никогда не оставлю. И он ее принял. Теперь Вики 18, и я совершенно ее не узнаю. У нее появились какие-то друзья, с которыми она бродит до ночи. Она совершенно вышла из-под моего контроля, она перестала меня слушаться. Ты где была? Я тебе 10 раз звонила. Я не слышала телефон. Ну, я же волновалась. Все, расслабься, я дома. Давай-ка включи уважение, а? Дмитрий Иванович Варламов, 36 лет, водитель автобуса, муж Марины. Ты что, пьяная? Я? Ну, есть немножко. А что такого? И сигаретами пахнет. Ну, есть немножко, а что такого? Да, Вика? Я вообще-то не курю. Но даже если бы и захотела, я бы не стала вас спрашивать. Ух ты. Так если ты такая самостоятельная, может, будешь жить отдельно? Дима, не надо. А может, и буду. Надо себе только нормального мужика найти. Ну, чтоб зарабатывал. Не дай бог выйти замуж за водилу нищеброда и всю жизнь копейки считать. Слышь ты, мелочь языкастая. Тихо, тихо, тихо. Иди, не надо, пожалуйста, не надо. Спокиноки. Я никогда не попрекала Вику. Я всегда ставила ее интересы на первое место. И мой муж всегда был терпим к тому, что она с нами. Но теперешнее отношение Вики ко мне меня совершенно не устраивает. Если Вика так стремится быть взрослой и самостоятельной, может быть, дать ей эту возможность? То есть вы хотите сказать, что мне не нужно реагировать на то, что она, бог знает где, пропадает до ночи и грубит мне? Предоставьте Вике выбор. Либо она соблюдает правила семьи, в которой она живет, либо она создает свои правила. Если она выберет второе, найдите в себе силы отпустить и дать ей свободу. После визита к психоаналитику Марина стала отпускать Вику с друзьями и давать ей больше свободы. Но поведение Вики не менялось. Она по-прежнему была груба с Мариной. Деньги собираю. Зачем? Я хочу пойти с друзьями на концерт. Но денег у меня нет, и взять мне их неоткуда. В доме водителей бухгалтерши нет лишних средств. Зато ты всегда сыта, обута и одета. Но я хочу хоть иногда развлекаться. У всех моих друзей есть деньги, у меня нет. Ну, значит, придется искать подработку. Нет, Вика. Ты должна сосредоточиться на учебе. Поняла меня? Угу. Прошло несколько недель. Марина очень переживала из-за того, что не могла давать Вике больше денег на карманные расходы. Она нашла подработку и приходила домой очень поздно. Твоя вторая работа не идет на пользу нашей семейной жизни. Зато моя вторая работа идет на пользу нашему семейному бюджету. Может, мне тоже дополнительных смен набрать, чтобы мы вообще перестали видеться? Угу. Встретимся на пенсии. Вот тогда и заживем. Не смешно. Марин, я детей хочу. То есть ты меня дождался среди ночи и пилишь, вместо того, чтобы просто приласкать. Марин, я говорю серьезно. Мы с тобой уже 6 лет в браке. И ты обещала, что когда Вика повзрослеет, мы заведем своих детей. То есть ты прямо сейчас хочешь это обсудить, да? А когда? Но не можем мы себе позволить сейчас еще детей. Нам просто это не по карману. А мне уже за 40. Мне впору бабушкой становиться. Вот когда Викуся выйдет замуж, вот может быть тогда. Опять все крутится вокруг Викуси. А муж тебе по боку. Хватит. Мне надоело. Завтра ты меня больше здесь не увидишь. Развод мы оформим заочно. Угу. Дмитрий сдержал обещание. На следующий день он собрал вещи и ушел от Марины. Они остались с Викой вдвоем. Привет, сестра. Ты меня пустишь? Или я здесь буду на сквозняке стоять? Проходи, конечно. Не ожидала тебя увидеть. Да. А здесь за столько лет ничего не изменилось. Светлана Юрьевна Караваева, 41 год, сестра Марины, замужем. Нас все устраивает. А зачем ты приехала? Не зачем, а к кому? Вика дома? Вики нет. А зачем она тебе? Пообщаться хочу. Все-таки я ее родная мать. Марина удочерила свою племянницу Вику после того, как родная мать от нее отказалась. Из-за забот о Вике Марина постоянно откладывала рождение общих с мужем детей. Муж устал терпеть, что для жены приемная дочь была важнее него, и ушел из семьи. Марина тяжело переживала уход мужа, но на этом беды не закончились. На пороге появилась сестра Марины Светлана, биологическая мать Вики, и заявила свои права на дочь. Нежданно-негаданно к нам заявилась мать Вики. Вспомнила, что у нее есть дочь. Вам не нравится, что она об этом вспомнила? Но ведь до этого она не появлялась. Светлана вообще не помнила о своем ребенке. Она даже с днем рождения ее ни разу не поздравила. А теперь очнулась. Сестра теперь упакована. Муж, бизнес, машина. Козыряет своими возможностями. Говорит, что хочет помогать Вике. Судя по вашим словам, вы ей не верите. Ни капельки не верю. Ведь я с ней росла и знаю, что она эгоистка и никогда не изменится. Но Вика ее боготворит. Вот этот мне очень нравится. Стильно, да? Угу, красиво. В моем салоне тебе такие легко сделают. Здорово. Вик, а давай тортик испечем, а? Медовик, помнишь, мы всегда с тобой такой делали? Ну... От тортика растут бока. Я предлагаю пойти в кафе, сейчас почти везде есть низкокалорийные сладости. Круто, я за. А я против. У тебя зачет. Ой, да никуда этот зачет не денется. Я просто немного хочу расслабиться. Закончишь университет, тогда и расслабишься. Слушай, хватит пилить мою дочь. Твою дочь? А ты ее растила? Ты была с ней, когда она болела? Когда было нужно делать уроки? Я ее мать, а не ты. Окей. Давай у Вики спросим, чего она хочет. Печь дурацкие тортики или пойти в кафе, как нормальный человек. Я хочу пойти с мамой. Я была уверена, что Вика выберет меня, а она выбрала Светку. Сама постановка вопроса в корне неверна. Невозможно выбирать между двумя матерями. Это дорога в никуда. Я не могу с этим смириться. Мне как будто плюнули в душу. Марина, попробуйте не препятствовать общению Вики с вашей сестрой. Пусть девочка узнает свою биологическую мать. После того, как очарование новизны пройдет, Вика вернется к вам. Вика проводила много времени в компании Светланы. Марину она больше не предупреждала о встречах с биологической матерью. Да. Привет, ты сегодня рано? Голова разболелась. Отпросилась пораньше. А мы, смотри, сколько всего накупили. Мы сходили с дочей в магазин косметики. У нас и для тебя кое-что припасено. А давай я тебя накрашу? Спасибо, Викусь. Ты же знаешь, что я не люблю сильно краситься. Вот, возьми. Это очень дорогой крем. Мажешься месяц и с лица 5 лет. Спасибо, мне не нужны твои подачки. Как хочешь. Попробуй помаду, тоже будет шикарно смотреться. Давай. Марина очень ревностно относилась к общению Светланы и Вики. Ей было одиноко, ведь муж ее бросил, а теперь она теряла и дочь. Марина очень хотела наладить отношения с дочерью и старалась изо всех сил. Ой, Вик, прости, я проспала. Не приготовила тебе завтрак. Да ничего, я кофе с печеньками попила. Там чайник еще горячий. Вечером съездим на рынок, купим что-нибудь вкусненького. А я вечером занята. Занята чем? Ну, мы сначала с друзьями в кино идем, а потом я в гости к маме пойду. Ты столько времени проводишь со Светкой. А ведь все эти годы ей было наплевать на тебя. Ну да, нам нужно с ней многое наверстать. Ты поэтому не обижайся, ладно? Все, пока, я опаздываю. Спустя несколько дней сестра вновь наведалась в гости к Марине. Марина пустила ее, хотя и не была довольна ее визитом. 17,5 лет? Тебе не было никакого дела до своей дочери. А что сейчас изменилось? Скажи, пожалуйста. Вика моя дочь. Это единственное объяснение. И чему ты ее научишь? Как по мужикам шастать? Во-первых, мужики были в молодости, сейчас все по-другому. А во-вторых, ты мне просто завидуешь. И чему тебе завидовать, а? Ну, сидишь, топаешь свой замызганный халат, с рубля на рубль перебиваешься. А ты мои деньги не считай, на жизнь хватает. Ай! Да разве это жизнь? От тебя даже мужик сбежал. Чего ты приходишь ко мне в дом, говоришь всякие гадости, а? Совесть у тебя есть? Ты что, дура, что ли? Ну-ка, уходи отсюда и больше никогда сюда не возвращайся. Ты что, поехала, что ли? Поняла меня? Пошла! Пошла отсюда! Прошло несколько дней. Марина старалась вести себя с Викой сдержанно. Она надеялась, что дочь поймет, кто на самом деле настоящая мать. А ты куда собралась? К маме пойду. Угу. А это что такое? А, подарок от мамы. Хм. К маме? От мамы. А я тебе кто? Ты моя замечательная тетя, которая воспитала меня как родную дочь, за что я очень благодарна. Что-то незаметно, Вика. Ты хоть понимаешь, что всеми этими подарками она тебя просто подкупает? Да мне просто нравится получать подарки. Ты же мне такого не даришь. Вот как? Отдай мой телефон. Хочешь или нет, но я тебя растила. Значит, твоя мать я. Алло, Вик. Ну ты где? Вика не придет. И, пожалуйста, не звони сюда больше. Ты думаешь, мама испугается того, что ты взяла трубку? Я все равно пойду к ней. Никуда ты не пойдешь. Я заперла дверь. Ужинать будешь? Не хочу я твою дурацкую пюрешечку. Ну? Как хочешь. Прошло 2 недели. Вика начала хуже учиться и провалила несколько зачетов. Марина отправилась в университет, чтобы разобраться и выяснить причины неуспеваемости. Оказалось, что Вика прогуливала пары несколько недель подряд. Марина понимала, что Вика проводила время со своей биологической матерью. Марина в тот же день отправилась к Светлане, чтобы поговорить с ней о прогулах Вики. Просто. Ой, какие люди! Лизонька, познакомься, это моя сестра Марина. Здрасте. Елизавета Караваева, 12 лет, дочь Светланы. У тебя есть дочь? Здравствуйте, Лиза. Ну, раз мы все в сборе, давайте устроим девичник. Можно тебя на минутку? Послушай, хочешь с ними встречаться в свободное время? Пожалуйста, встречайся. Меня сейчас интересует одно. Ты почему перестала ходить в университет? Ну, в моей жизни сейчас столько событий, что университет просто отошел на второй план. Тебе что, совершенно плевать на собственное будущее? Так, значит, ведут себя настоящие матери, позволяют собственным детям прогуливать. Все, наигралась в дочке матери, хватит. Будешь безвылазно сидеть дома, пока не подтянешь учебу. Понятно? Да отстань! Скажи, чтобы она от меня отцепилась уже! Да... Ладно, пошли домой. Пойдем, малыш, пойдем. Пойдем. Ух! Давай, 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 давай! Забегай! Вика разозлилась на Марину. Этим же вечером она начала собирать свои вещи. Куда ты собралась? На Кудыкину гору. Я тебя никуда не отпущу. Конечно! Я же теперь тебе должна! Ты же меня растила, благодетельница! Я не хочу, чтобы ты уходила из собственного дома. А по-моему, ты сделала все, чтобы я отсюда свалила. Я ухожу жить к родной матери. Вика. Марина удочерила Вику еще в младенчестве. Спустя почти 18 лет объявилась родная мать Вики Светлана. Вика начала много времени проводить с биологической матерью. Навязчивое внимание Светланы плохо сказывалось на учебе Вики, а вскоре девушка собрала чемодан и уехала жить к родной матери. Я осталась совсем одна. Муж ушел от меня, и Вика тоже бросила. Вика съехала? Да, она выбрала Свету. Как вы думаете, почему она сделала такой выбор? Не знаю. Наверное, я на нее слишком давила. В любом случае, она больше не хочет меня видеть. Вик, возвращайся домой, а? Ну, ты можешь общаться со Светой, не обязательно съезжать. Пойми, у Светки другая семья, ты там все равно чужая. Нет, я хочу жить с моей настоящей мамой. Вика. Я не знаю, что мне делать. Я даже по утрам не хочу просыпаться. Марина, нельзя опускать руки. Дайте Вике повариться в этом новом опыте. Трудности в общении – явление временное. А если Вика вообще меня вычеркнет навсегда из своей жизни? Возможно, стоит подумать о том, чтобы наладить отношения с сестрой. Так вы чаще сможете бывать у нее и видеться с Викой. Я понимаю, как нелегко бороться с ревностью. Марина не хотела общаться с сестрой. Она решила попытаться помириться с мужем. Марина знала, что Дмитрий жил у своей матери, и отправилась к нему без предупреждения. Что-то с Викой? Нет. Я к тебе. Дим, давай начнем все сначала, а? Слушай. Погоди, не перебивай. Ты прав. Я слишком увлеклась воспитанием Вики. Это неправильно. Ты же хотел детей? Я готова. Мить, ну где ты там? Это кто? Моя девушка. Я подал на развод. Теперь каждый идет своим путем. Извини. Прошла неделя. Марина пыталась привыкнуть к одиночеству. Вика? Я могу войти? Да, конечно. Она меня обманула. Она хотела меня использовать. Что она сделала? Моей сестре нужен был донор. Лиза больна, у нее лейкоз. И поэтому Светлана начала общаться со мной, чтобы я стала донором. Я думала, что ей нужна я. Ей нужны были только клетки моего костного мозга. И я не знаю, я думала, мама. Светка с детства шла по головам ради своих интересов. Люди не меняются. На, выпей успокоительного. Светлана надеялась, что я подойду в качестве донора, а я не подошла. сдала кучу анализов, а вдруг оказалось, что мне самой нужна операция. Что? У меня нашли кисту в печени. Светлана, когда узнала, сказала, что я обуза, забрала все подарки и выгнала. Деточка ты моя. Теперь я понимаю, кто моя настоящая мама. Прости меня. Ничего, ничего, ничего. Мы совсем справимся. Я нашла шпильку. Вик, может, я зря все это затеяла, а? В моем возрасте в ЗАГС. Мам, ты его любишь? Тогда прочь сомнения. Спустя год Марина вышла замуж. Ее избранником оказался врач, который вылечил Вику. Он был вдовцом и сам растил дочь. Вика была рада счастью Марины. Как быть, если ваш приемный ребенок стремится общаться с биологическими родителями? Далеко не каждый в этой ситуации знает, как стоит себя вести. Марина сильный человек. Она не бросила ребенка сестры и не стала скрывать от дочери, что не является ее родной матерью. Но когда появилась биологическая мать Вики, и Марина отошла на второй план, это стало для нее сильным ударом. Не нужно забывать, что интерес ребенка к биологическим родителям является вполне естественным. Это закон природы. И не стоит пресекать попытки ребенка узнать о них больше. Лучшим решением будет мягко напомнить растущему чаду, что вы по-настоящему его любите и что являетесь для него самым близким человеком.